идет борьба со злом. Только скажите, на помощь придем. Мы спасем, целый день спасем. Мы спасем, целый день спасем. Ночами выручаем, спасаем. И рифмы подбираем. Мы спасем, целый день спасем. Мы спасем, целый день спасем. Говори громче, Гекко. Итак, Грег, ты сегодня прочтешь стихи, верно? Ночью я услышал шум, побежал послушать. Птичка с маленьким хвостом и огромной клюшкой. А? Стойте, то есть я хотел сказать кружкой. Успокойтесь, дети. Грег просто оговорился. Попробуй еще раз, Грег. Как будто маленькая клюшка... Нет, то есть птичка схватила клетку дерева... Нет! Ура! Ура! Наконец-то звонок. Все хорошо, Грег. Завтра расскажешь другое стихотворение. А? Я надеялся, что больше стихов не будет. Но нужно выучить еще один. Не волнуйся, у тебя все получится. Да, ты с этим справишься, Грег, легко. Это совсем не легко. Я стесняюсь. Я не хочу больше учить и читать вслух стихотворение. Никогда. Воу, что это такое? Что происходит? Эй, мой голос становится тише. А мне же завтра читать стихотворение. Что ты делаешь, Грег? Твой голос в этой коробке? Ого! Есть только один ночной злодей, кто может сотворить такое. Ромео! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Коннор превращается... в Кэтбоя! А Майя превращается... Грег превращается... Да! В Гекко! Герои в масках! Скорее, в Кэтмобиль! Так будет быстрее! Мы скоро вернем тебе голос, Гекко! Кошачий слух! Сюда! Это лаборатория Ромео. А вот и устройство, укравшее твой голос, Гекко. Подъедем поближе. Здорово! Ромео не знает, что мы здесь. О, я отлично вышел! Это наш шанс. Используй свои зацепки, чтобы спуститься по стене и попасть в лабораторию. Кажется, проще миссии у нас не было. Хватай его, Гекко! Бери свой голос! Ну же, давай! А? Опять эти вредители! Счастливо оставаться! Гекко! Все в порядке. Но почему не схватил коробку? Ты же был рядом. Да неважно, схватишь в другой раз. Но для чего, Ромео, твой голос? Герои в масках! Гекко! Мой голос вернулся! Сова и котяра, вы такие глупенькие! Эй! Это было некрасиво! Ты мой герой! Ромео! Нет! Гекко не вернул себе голос! Он до сих пор у Ромео! Вот гадкий злодей! В Кэтмобиль!
с липкими пальцами. Ха! Вонючка с липкими пальцами! Я гениально придумываю оскорбление! И когда котенок и птичьи мозги придут за голосом ящерицы, я заберу и их голоса. А когда у меня наконец будут голоса всех героев в масках, они уж точно ничем мне не смогут помешать. О-ха-ха-ха-ха-ха! Какой изумительный план! Да, спасибо, мне он тоже очень-очень нравится. Ладно, Гекко, мы отвлечем Ромео, а ты займись устройством. Простите нас, гениальный гений Ромео! Господин великий гений, умнейший мозг! Не могли бы вы, умнейший из умных, вернуть нам голос Гекко? Это было бы так любезно! Умнейший мозг? Я ведь не ослышался, да? Да, вы ведь величайший злой гений в мире! Да, мы не мечтали о том, чтобы победить вас! Завтра расскажешь другой стих? Стихотворение! Конечно! Ромео, ты гениальный гений! Не понимаю, что ты делаешь, Гекко? Ты же никогда не сдаешься! Или ты хочешь добиться того, чтобы завтра не рассказывать стихотворение? Вперед! Нужно отыскать Ромео! Обожаю этого ящерицу-неудачника! Ромео самый лучший! Согласен! Он величайший изобретатель в мире! Это так! И он такой классный! О, Гекко, мне нравится, что ты меня хвалишь! Кто делает мир лучше? Ромео! Кто самый красивый? Ромео! Не волнуйся, Гекко, мы заставим его замолчать! У меня есть план. Я поднимусь в воздух. Прикройте меня к Кэтмобилем. Хорошо! Кто лучше всех в дороге? Ромео! У кого красивые, ноги? У Ромео! Это ведь еще хуже, чем читать стихи в школе, верно? О, смотрите, кто тут у нас! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать! Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка! Конечно! Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О, нет! Я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то что мы. Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! А, что говоришь, Гекко? О, ты говоришь, что настало время героев. Мечтать не вредно, ящерица! Представьте, что я только смогу сделать с вашими голосами! Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Тебе не победить, Ромео! А? Дрожащие перья! У тебя мой голос! А у меня не мой голос! Да, у тебя мой голос! Кошачьи усы! А у меня голос Гекко! Ха-ха, так даже лучше! Вы такие нелепые! А? Я за тобой! Вообще-то здесь! Не
Я здесь! Хватит! Сюда! Я здесь! Я здесь! На какую кнопку нажать? О, у меня снова мой голос, а не твой! Эй, что не так с его голосом? Мой тоже вернулся! И мой вернулся! Да! Верните мою коробку голосов! Моя коробка голосов! О, нет! Я теряю свой голос! Больше ты не сможешь украсть ничей голос, Ромео! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Боялся я стихи читать, я думал, будет сложно. Но оказалось, выступать – это очень даже просто. Молодец, Грег. Ваши голоса! Мы пошутили!